Fala. Если фэк, это вы фэк, пацаны. Бибири. Ага, подожди, я не услышал, что он надел? Возьмите самое обычное мыло и натрите его на терке. Тру. Оно превратится в маленькие макарошки, которые станут отличной альтернативой стирального порошка, если серьезно? Таковой нужен, но его нет под рукой. Всегда. Теперь возьмем остальную часть и зальем ее горячей водой. Угу. Получится мыло в воде? Некоторое время жидкость надо перемешивать, пока будет жидкое она не станет мыло. Однородной. Будет жидкое мыло. После да? чего добавить чайную ложку глицерина. Вот и все, мы получили самодельное жидкое мыло, ну вот же, которое переливаем в специальную емкость и пользуемся. Главное не переборщить с мылом. Разводить надо примерно 25 грамм мыла на пол-литра воды, иначе оно угу. затвердеет и получится вот такая штука. Фига, прикольно. Пацаны, этот, давным-давно слайм. Давным-давно у нас уже был лайфхак для размещения смартфона возле розетки, чтобы он не валялся под ногами. Но есть вариант еще проще. Можно использовать кабель зарядки, обвернув его вокруг самой зарядки и сделав для смартфона импровизированную колыбель. Бля, теперь какой. Теперь можете не переживать, что кто-то будет играть в Засыпай! Футбол вашим смартфоном. Вы решили купить коту новый дом и нашли выгодный кредит в новом банке. В зависимости от вашего местоположения, вам может предстоять длинная дорога до отделения банка, где после стояния в очередях у вас спросят паспортные данные или где у вашего кота родинка, заставят заполнить кучу анкет и чуть ли не станцевать лезгинку. Больше так не будет. Теперь можете общаться только со своим котом, ведь появилась новая система, Боже, которая удаленно идентифицирует вас при помощи услуга. Один раз дать биометрию какой и дело котик. В новом б***ь скрутить какие-то провода. Может случиться, что вам нужно скрутить какие-то провода, у меня такого но сделать быть не может. Это соединение защищенным от влаги. Берем две термоусадочные трубки, ляпаки. Надеваем и скручиваем провода. Дальше прижимаем скрутку к изоляции и при помощи термоклея заливаем ее со всех сторон. Мокрыми пальцами можно сформировать из клея сосиску, которая полностью окутает голую часть провода. Полный термоклей! Теперь надеваем термоусадку и фиксируем ее нагревом. Готово! Мы получили прочное и надежное соединение, которое будет гораздо более устойчивое к влаге, нежели обычное. Дико. Ну он реально дикий. Часто бывает, что вам нужно открыть какие-то страницы на отдельных вкладках вашего браузера. Обычно вы нажимаете правую кнопку мыши. Он сейчас серьезно скажет, чтобы я колесико нажала? Если он так скажет, я просто реально в окно выпрыгну. Открыть на новой вкладке и так для каждой страницы. Но есть более простой способ. Воспользуйтесь колесиком на мышке, а именно просто нажимайте на него. Вкладки автоматически будут открываться. Ты серьезно? Вы серьезно? Прости меня, мама, что вырос так рано. Залезь мне сюда, пацаны, он же высокий. Все, пацаны, я прыгаю. Бля, кровать сломать боюсь. Пацаны, я ж сказала, что спрыгну с окна. Пацаны, ну я спрыгнула. Ну я же спрыгнула. Я обещала, я спрыгнула, пацаны. Погнать дальше. В фоновом режиме, и потом вы сможете их посмотреть. Многие люди и дня не могут прожить, чтобы не фотографировать что-то на свой смартфон. Но грязная камера не позволяет получить максимальное качество, а протирка об одежду не всегда дает хороший результат. Не дает. Вам понадобится небольшой шприц, с которого мы вытягиваем внутреннюю часть. И взяв кусочек наждачной бумаги, стачиваем резинку до плоского состояния. Теперь нам понадобится любой кусочек кожи. Такие образцы бывают продаются вместе с обувью.
Дальше нам надо вырезать кружочек по внутреннему диаметру шприца. Берем суперклей и приклеиваем его на сточенную резинку. И что, это надо носить свой кусок от шприца, чтобы его чистить? Проверяем, все ли хорошо входит. Все хорошо входит. Теперь надо взять обычную губку и также вырезать кусочек, чтобы он поместился внутри шприца. Угу. Теперь нам понадобится свеча и какая-то посудина. Помолиться. Проводя посудиной над пламенем, на ней начинает оседать копоть. Это нам и нужно. Когда копоти собралось достаточно много, жесть, берем кисточку и сметаем ее в кучку. Чего? Капец. После чего высыпаем шприц. Таким образом мы получаем идеальное средство очистки линзы вашей камеры. Эта копоть отлично убирает отпечатки пальцев и другие жирные пятна. В натуре лайфхак работает. Она не повредит стекло. Можно взять шприц побольше и сделать карандаш для чистки объектива большой камеры. Ну это сильно, пацаны. Не, ну прикольный лайфхак. Чисто для жизни, для лайфа, так сказать. Пацаны, нажмите на клип в чате, пожалуйста. Вдохновением для этого изделия стал вот такой специальный карандаш для чистки объектива. Он достаточно дорогой, и в то же время в нем нет ничего особенного. Все такой же кусочек кожи и такое же вещество на губке внутри колпачка. Угу. Мне кажется, у нас реально, нам просто чисто лгут в руны. В руны чисто продают за 90...